Всем привет, с вами Лего Сэм, и я наконец-то выздоровел, и как раз таки, как я выздоровел, я приготовил для вас новую сборочку из Лего, и это будет Лего Сейф. Да, я знаю, что даже у MLS Production было много таких видео, но все равно мне почему-то прям очень захотелось что-то собрать в духе его как бы видео. И вот перед вами получается новый вот такой вот сейф. Тут даже сверху есть вот такая вот красивая штучка. Цветочки, как бы вроде бы как это часики. О, они даже крутятся. О, это очень круто на самом деле. Давайте же с вами попробуем его открыть. Ну, для начала. Так. Ну, может что-то с этим рисунком. Ну, тут вот видно, что вот эта штучка, скорее всего, будет выдвигаться. Так, нет, тут ничего у нас не работает. Так, может как-то цветочки. Нет, цветочки тоже. Ну, я думаю, самое логичное, оно выделяется, это часы. Может их как-то покрутить. Нет, крутим тоже, ничего не срабатывает. Ну-ка, а если... Да, вот, если мы надавим, то у нас получилось открыть. Так, вот. Вот же у нас получилась вот такая вот штучка. Сюда мы можем класть любые вещи, которые нам нужны, что-то прятать и тому подобное. Вот так будет выглядеть, получается, полная конструкция. Но я сюда ничего не положил. А не положил я, потому что хотел вас познакомить, сейчас, секундочку, с моим новым другом. Как его назвать, я еще пока что не придумал. Вдруг, может, вы мне подскажете. Пишите в комментариях, какое имя будет самое залайканное или которое мне понравится, я обязательно выберу. Так, давайте же все-таки посмотрим, как он, получается, будет работать изнутри. Давайте все-таки положим нашего друга вот сюда. Надеюсь, он не обидится. Так, наша кнопочка будет уже подготовлена вот здесь. Надеюсь, наш друг вот так вот не выпадет. Опа. Все, отлично. У нас все будет готово. Вот так вот выглядит наша конструкция. И как я уже показал, мы надавливаем. И у нас все выходит. Вот, изнутри это выглядит вот так. Надеюсь, с ним все в порядке, он не испугался. Поставим его пока что вот сюда. И теперь я подскажу, как же вам это все собрать. Дорогие друзья, все, мы начинаем нашу сборку. Ну и для начала, конечно же, мы начинаем, как обычно, с основания. Нам потребуется вот такой вот брик 4 на 8. С него у нас будет начинаться вся постройка. И тут нам также понадобятся вот такие вот гладкие детали и вот такие вот гладкие детали. Но, если честно, не обязательно брать Лего денежки, можно взять любые 2 на 1 гладкие детали. Просто мне почему-то показалось, что они будут выглядеть круто, так что решил взять их. Для начала, что мы делаем? Мы ставим 2 вот эти гладкие детали посередине, с двух, получается, сторон. И потом вот перевернем их и ставим их вот так вот в ряд. Вторая и третья. Все, первая часть у нас уже готова. Кстати, нашего друга я решил оставить, пусть тоже наблюдает за нашей как бы постройкой. Ну, почему бы и нет. Я думаю, что буду его брать чаще видео, если он вам понравится, будет наблюдать, помогать нам и что-то там испытывать и так далее. Но я думаю, это очень будет классно. Надеюсь, он вам понравился. Но имя мы ему должны обязательно придумать. Продолжаем, получается, собирать второй этаж. Мы будем делать его в высоту 3 брика. Тут мы, получается, ну ничего сложного, просто вот это центральное основание нужно будет просто обделать. Вот, ставим на самом деле любые брики, которые вам будут комфортны. Я беру разные, ну, чтобы сама постройка была более как бы крепкой, не ломалась, я беру их разные, а так вы можете хоть полную полоску взять, этого тоже будет достаточно. Так. Сейчас мы уже делаем, получается, второй этаж. Тут вы можете поставить на паузу, посмотреть, если вам что-то непонятно.
Так, ну пока вроде ничего особо сложного нет, так что я продолжаю сборку. Если что, спрашивайте в комментариях, я вам помогу. Так, все. Второе, у нас уже основание готово, точнее вторая стеночка. Так, сейчас продолжаем делать третью. Сюда. Сюда. Вот так вот. И вот сюда. Все, это уже у нас похоже на какую-то постройку. В принципе, можно сказать, уже почти готово, но на самом деле это еще не все. Для следующего шага нам потребуются также еще вот такие вот брики, но немножко будет это выглядеть по-другому. Мы берем брик 1х4, ставим его в самый конец, вот сюда. Берем брик 1х2 и еще один брик 1х2. Ставим их вот так. Должна получиться примерно что-то вот такой конструкции. И теперь последний штрих именно нашего вот этого квадрата. Мы берем также брик 1х4. Снизу крепим пластинку 2х1 посередине. У нас и ставим ее вот так. То есть это получится как место для кнопки. Вот. Сюда у нас, понятно, будет кнопка. Чтобы закрыть вот это вот у нас пустое место, нам потребуются вот такие брики 4х1 и еще один 4х1. Тут нам нужно будет сделать чуть-чуть ниже, чем тут, поэтому мы берем вот такие, получается, плиточки. Одну плиточку мы ставим вот сюда, другую плиточку с другой стороны и берем еще 4 плиточки и каждую ставим вот так вот. Вы можете вообще полностью другой какой бы плиточкой заменить вот это вот пространство, если у вас есть 4х4, но я решил взять именно просто по одной и прикрепить вот так вот. Все, как бы основная конструкция у нас уже готова. Сейчас я вам покажу, как сделать ключ и кнопку, и по идее все. То есть сейф достаточно сделать не сложно, но мне кажется, места в нем достаточно неплохо, что даже помещается мой вот такой классный друг. Мне он так нравится на самом деле, как он выглядит. Ну ладно, дорогие друзья, вот перед вами сейчас находится ключ в разобранном состоянии. Я пока нашу постройку убрал в сторону, чтобы не мешало, ну и друг решил ее поохранять. Ну и ладно, пусть сидит, охраняет. Так, тут, если честно, извиняюсь, что не разъединил. Тут у нас идут два брика, 2х1, соединенные вместе. Просто я их соединил, они что-то не раскрепляются. И сверху, получается, идут две плиточки. Вот, одна идет 2х1 и сверху гладко. Я также взял доллар, просто люблю доллар. Да, вот, решил его оставить вот так вот. Так, тут мы берем плиточку 2х1. 2, 3, 4, 5, 6. И еще берем 2 на 1. Берем вот такой вот скос 2 на 2 и прикрепляем его вот так вот. И, конечно же, ставим вот нашу стеночку вот сюда. И то есть ключ к нас уже готов. Если у вас есть какие-то боковые детальки, которые прикрепляются вот так сверху, ну, видите, мой друг просто мог выпасть, но то есть если у вас какие-то есть детальки, которые не позволят выпадать по бокам или вперед, можете сюда прикрепить, но по идее вот это пространство для того, чтобы что-то туда положить. Это мы убираем сюда, и теперь я вам покажу, как сделать ему открывашку. Да, я чуть-чуть ошибся, это как бы у нас не ключ, а сам как бы небольшой склад, вот, и тут у нас вот ключ. Давайте его разберем, чтобы вы посмотрели, как это все у нас выглядит. Так, секундочку, все. Вот, готово. Смотрите, берем также, получается, вот такой квадратик, детальку 2х2. Берем скос 2х2 и скрепляем их вот так вот снизу. Все. То есть это уже готово. Тут на самом деле вместо кнопки я просто решил, ну, сделать, ну, честно, как мне показалось, классную кнопочку, которая может вот так крутиться, но так вы можете любую гладкую деталь, не гладкую, можете сами прикрепить, что вам понравится. Вот.
И сюда я решил прикрепить часы, чтобы это было менее вот так вот как бы заметно, и они вот так вот крутились. Все. Так, пододвигаем нашу конструкцию, нашего друга попытаемся снять, чтобы он не упал, и поставить его вот сюда. А, задвигая ее вот сюда. Вот. И ставим нашу кнопочку, получается, вот там можно увидеть, то есть, что вот этой стороной, чтобы сработал механизм, и все. Ставим вот так вот, выдвигаем, и все, наша конструкция работает. Еще, смотрите, так прикольно, что выглядывает $100, мне кажется, тоже прикольно достаточно смотрится. Ну и также, а он у меня был украшен, по желанию вы можете к нему прикрепить всякие аксессуары, хоть что, чтобы он просто выглядел более как-то солидно или более-менее заметным. Чтобы люди сразу не поняли, там друзья, еще кто-нибудь не поняли, как им пользоваться. Поэтому вот конструкция наша готова. Ее мы пока что убираем. Спасибо, дорогие друзья, вам за просмотр, за всю поддержку, которую вы оказываете под другими видео. Правда, я сейчас выздоровел, видео буду стараться выкладывать как можно чаще. Предлагайте в комментариях, чтобы еще собрать, и ни в коем случае не забывайте про имя. Я все читаю, стараюсь отвечать на все комментарии. Спасибо вам еще раз большое. Всего доброго. До скорой встречи.